Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 22 сентября 2023 года, и мы начинаем начинать. Начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А также подписывайтесь на канал в Телеграме, ссылка есть в описании. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день море житейских забот попытается поглотить маленький кораблик Овна, однако он способен одержать верх над стихией серых будней. Согласно гороскопу, Овен в этот день может найти нестандартное решение повседневных задач, сумев, выражаясь техническим языком, оптимизировать процессы и тем самым вырвать у обыденности время для жизненных удовольствий. Гороскоп предлагает в этот день Овну разделить приятные моменты отдыха и расслабления с любимыми людьми. Этим вы удвоите свое наслаждение. Тихий вечер в уютных объятиях станет отличным завершением дня. Любовный гороскоп для Овна. В этот день Овну будет сложно настроиться на одну волну с любимым человеком. Представитель этого знака зодиака готов сейчас делать только то, что хочет, и совершенно не желает ни под кого подстраиваться. Так что если вторая половинка Овна не является собой образец английской сдержанности, конфликт более чем вероятен. Да и чё там? Практически на 100%. Гороскоп предлагает Овну учитывать свое состояние в этом дне и пореже вставать на дыбы. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день звезды советуют Овну: не идите на поводу у коллег, доверьтесь собственной интуиции и опыту, выбирайте свой собственный путь. День склоняет Овна к самостоятельным решениям и привнесению своего видения в решение рабочих ситуаций. Это не означает, что надо идти на конфронтацию с коллективом. Просто быть как все – не самый лучший способ построить карьеру. Поиск новых решений и путей в этот день может провести Овна к продвижению по службе. Однако без поддержки коллег справиться трудновато, так что ищите компромиссы и союзников. Телец. Если телец долгое время не мог решиться на какой-то поступок, в этот день самое время для наступления по всем фронтам. Это тот самый день, когда в представители этого знака зодиака объединяются необходимые для великих свершений напор и решимость. Так что в этот день отличный момент для того, чтобы обратить на себя внимание начальства или пригласить на свидание симпатичного представителя противоположного пола. Дерзайте. Гороскоп на вашей стороне. Звезды не обещают, что путь к цели будет лишен трудностей и препятствий, однако тельцу в этот день сопутствуется удача. А самое главное, его бешеному напору будет невозможно противостоять. Любовный гороскоп для тельца. В этот день для тельца самое время влюблять в себя. В это время он настоящий сексапил, и дело не столько в его внешнем образе, сколько в особой энергетике, превращающей представителя этого знака зодиака в лакомый кусочек. Гороскоп предлагает не стесняться и явить себя миру в полной красе и блеске. Не бойтесь оказаться в центре внимания, не прячьте глазки, когда кто-то ловит ваш взгляд. Ну а для тельца в отношениях в этот день представится отличный момент подтвердить свой статус самого обаятельного и привлекательного в глазах любимого человека. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. Этот рабочий день телец проведет как трудолюбивая пчелка, выполняя свои обязанности с прилежностью и тщательностью, за что и будет отмечен начальством, если не премией, то похвалой. Ну хотя бы по головке погладят, уже приятно. А вот конкурентам лучше в этот день даже не становиться на пути у тельца, так как у пчелки помимо трудолюбия есть еще и жало. Любые происки на работе могут обернуться против самих недоброжелателей, ведь защищая свое мнение и плоды своих трудов, телец способен стать совершенно беспощадным. Близнецы. В этот день для близнецов самое время засесть за учебники. Новые знания, информацию и впечатления они способны впитывать жадностью промокашки из советской тетрадки. Единственное условие – они должны быть всерьез заинтересованы в предмете изучения, иначе близнецы быстро переключат свое нетерпеливое внимание на что-нибудь поинтереснее. Путешествия также обогащают знаниями и новыми впечатлениями, а потому вполне вероятно, что близнецы в этот день ощущают жгучее
горячее желание отправиться за 3-9 земель. Гороскоп одобряет этот порыв, планы на путешествие, построенные в этот день, со временем обязательно осуществятся. Любовный гороскоп для близнецов. Если близнецы конкурируют с кем-то за внимание любимого человека, в этот день самое время дать конкуренту решительный бой. Конечно, не в рукопашной схватке. Этот день хорошо подходит для атаки на сердце вашего избранника. На войне, как вы знаете, все средства хороши, а потому делайте то, что считаете нужным, даже если это выходит за рамки приличий. Соблазняйте роскошным внешним видом, предлагайте невероятное, увлекайте и очаровывайте. Гороскоп ободряет. Завладейте в этот день внимание симпатичным человеком, и он влюбится в вас. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецам стоит поостеречься принимать поспешные и рискованные решения. Звезды предупреждают, что такой вариант развития событий далеко не самый лучший. День склоняет к поспешности, однако близнецам следует взять себя в руки и не паниковать. Ошибки в бизнесе в этот день могут обойтись им очень дорого, и лучше вообще бездействовать, чем принять неверное решение. Скорость, вы уж поверьте, точно не для этого дня. Если у близнецов не получается все тщательно проверить, разумнее будет отложить какие-то действия на попозже. Рак. В этот день рак может с трудом удержаться от желания послать все подальше и залечь на дно, отключив телефон. Даже если ничего существенного не произойдет, сотня маленьких зубастых повседневных проблемок способны раздирать рака, как стая голодных пираний. Осторожнее! Накопленные в последнее время стресс и усталость могут в этот день достигнуть своей высшей точки, и рак вполне способен рвануть как бомба. Чтобы этого не произошло, гороскоп советует ему выпустить пар в безопасном месте, в спортзале, в караоке или в спальне, конечно же. А вот алкоголь в таком состоянии раку в этот день совсем ни к чему. Я бы сказал, противопоказан. Да и в принципе, пить вредно. Любовный гороскоп для рака. В этот день велика вероятность, что кто-то третий попытается влезть в отношения рака с его второй половинкой. И если в раке окажется достаточно выдержки, чтобы не поддаваться на провокации, то его любимый человек может оказаться во власти чужого мнения. Если услышите, что возлюбленный говорит чужими словами, постарайтесь не раздражаться. Лучше закройте ему рот поцелуем, конечно же. Гороскоп утверждает, что в этот день для рака это единственно верный способ решить конфликт в паре. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В работе у рака наметился новый этап развития. Звезды обещают появление заманчивых перспектив и возможностей, надо только внимательно следить за обстоятельствами. А в этот день они складываются вполне удачно для рака, если отбросить все волнения и тревоги, неизбежно сопровождающие переходной период. Взяв только факты, можно ясно увидеть, что все складывается самым лучшим образом из всех возможных. Успокоившись, в этот день рак сможет извлечь максимум пользы для себя из любой, даже самой сложной ситуации на работе. Лев. Гороскоп Льва в этот день особенно благоприятен для творчества, и те представители этого знака зодиака, которые трудятся на далеких от творчества должностях, в этом, к сожалению, не виноваты. Так что ничего удивительного, если в уголке финансового отчета Льва-бухгалтера вдруг появится цветочек. А папка с уголовным делом на столе Льва-прокурора будет связана замысловатым бантиком оригами. Львы в этот день всей душой стремятся к прекрасному. Чтобы побаловать свое эстетическое чувство, гороскоп советует Льву в этот день сходить в театр или посмотреть артхаусный фильм. Массовое искусство в виде сериалов и блокбастеров Льва в этот день вряд ли удовлетворят. Любовный гороскоп для Льва. Воображение Льва может занести его в этот день очень далеко. В своих мечтах он будет смел и решителен. Любовный гороскоп предлагает не сдерживать порывов души и фантазировать так много, как этого хочется. Звезды отправляют Льва в полет этого дня фантазии не случайно. Вернувшись в реальность, он сможет понять, чего и с кем ему на самом деле хочется, и определиться с дальнейшими планами в личной жизни. Гороскоп карьеры и финансов для Льва.
В этот день звезды советуют Льву открыться для новой идеи, которая придет извне. Это может быть чужое предложение, которое наведет Льва на свою очень подходящую в его обстоятельствах мысль. Кроме того, полезным может стать проект, который Лев начал давным-давно, но так и не довел до ума. Внезапно ему может найтись применение. Главное в этот день быстро реагировать на обстоятельства и не стесняться предлагать свои услуги. А дальше все пойдет как по маслу. Вы же знаете. Дева. Гороскоп предупреждает. В этот день кто-то может попросить Деву о помощи, на которую у нее вполне возможно не будет ни времени, ни желания, ни уж тем более сил. Тратить ли остатки энергии на проблемы других, решать только ей самой. Возможно, разумнее обойтись дельным советом и словами поддержки. Гороскоп предостерегает Деву в этот день о чрезмерной активности и траты любых ресурсов, неважно, энергетических, физических или уж тем более материальных. Дева нуждается в отдыхе и уединении. Есть вероятность, что именно в этот день она сможет ответить для себя на какой-то очень важный вопрос. Любовный гороскоп для Девы. В этот день Дева как во сне. Внутри нее бушует страсть, и ей хочется действовать, чтобы что-то изменить в отношениях с близким человеком, но она будто скована по рукам и ногам, не может сделать то, что считает важным и очень нужным. Любовный гороскоп указывает, что в этот день Дева бессильна повлиять на ситуацию. Как бы это ни было сложно, надо переждать этот день. Любые попытки исправить положение приведут к обратному, к сожалению, результату. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Дева настолько убедительна в работе, что даже ее воздушные замки будут отличаться фундаментальностью и основательностью. Никто не сможет так умно и хитро соединить фантазию и суровую реальность в исправно работающем проекте. Как Дева, конечно же. В этот день звезды советуют ей не сдерживать свою фантазию, ведь креатив и в бизнесе очень полезен. И даже если большинство идей все-таки отсеются, оставшаяся часть обязательно даст свои плоды, и причем не самые плохие. Весы. В этот день весы полны сил для великих свершений. Они будут жаждать экспериментов и новизны, а потому их коллегам и близким вряд ли удастся провести этот день в спокойствии. Весам нужны соратники. Неважно, в какой сфере они захотят себя в этот день проявить. Решение сложной задачи на работе, организации чумовой вечерины или ошеломительной постельной сцены для любимого человека. Весам удастся любая инициатива. Единственное, от чего предостерегает их гороскоп, так это от чрезмерной авторитарности. Считайтесь с желаниями окружающих и не пытайтесь осчастливить их насильно. Это же не очень хорошо. Любовный гороскоп для весов. Какими бы ни были планы весов на вечер, гороскоп предлагает превратить их в романтические. Если вы сумеете выкроить время для встречи с любимым человеком, то сможете ощутить всю полноту страсти. Так что бросайте все дела и летите навстречу возлюбленным. Ну а весы, которые пока еще не успели встретить вторую половинку, в этот день получат большие шансы ее найти. Для этого им стоит отправиться в незнакомую прежде компанию или новое для них место. Этот день готовит весам большие сюрпризы. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Для весов это прекрасный день, чтобы не только задуматься о планах на будущее, но и разработать стратегический план действий в принципе. Выстроить хорошо работающую бизнес-схему получится легко и непринужденно, так как день располагает весов глобальному мышлению, четкому анализу ситуации и выстраиванию правильных логических цепочек. Не стоит использовать такой продуктивный день для решения рутинных вопросов, тем более что идеи в этом дне могут принести весам хорошую прибыль и новый виток в карьерной лестнице. Скорпион. Если вспомнить известное выражение о том, что финансы поют романсы, то материальное положение этого дня Скорпиона может охарактеризовать как концерт по заявкам. Кто-то или что-то может потребовать немедленных денежных вливаний, и мысли Скорпиона будут весь день целиком заняты именно этим вопросом. Речь может идти о крупной покупке, вложении средств, выплатах или материальной помощи. В этот день гороскоп наделяет Скорпиона достаточными силами и предприимчивостью, чтобы справиться с ситуацией. Однако эмоциональные затраты могут оказаться очень велики. Не исключено, что к вечеру от решения денежных вопросов Скорпион может почувствовать усталость и моральное опустошение.
Любовный гороскоп для Скорпиона. В этот день вокруг Скорпиона могут разгореться испанские страсти. Не исключено, что за его сердце начнутся ожесточенные бои, в которых может пострадать кто угодно, включая самого Скорпиона. Если вы не готовы превращаться в яблоко раздора, постарайтесь в этот день как можно четче определять свою позицию в отношениях. Конечно, быть в центре внимания приятно. Я соглашусь с вами. Но только до определенного момента. Гороскоп советует Скорпиону избегать дешевой популярности у лиц противоположного пола, воздерживаться от кокетства и слишком откровенных нарядов. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Скорпиона, имеющего отношение к бизнесу, в этот день ждет замечательное время. Он не намерен упускать выгоду, если есть возможность получить прибыль. Даже если никто, кроме Скорпиона, не видит этих возможностей, он все равно попытается их реализовать. И у него обязательно получится. Щедрые подарки Вселенной не упадут сами в руки, а станут наградой за труд и веру в себя. Гороскоп обещает, даже если Скорпион перестал надеяться на результат, в этот день звезды расположились так, что все может выстрелить. Главное взяться за дело с достаточным рвением. Стрелец. Гороскоп предупреждает. При всей энергичности Стрельца толка от нее в этот день, скорее всего, будет немного. Идеи и планы у него в голове способны сменять друг друга, как картинки в калейдоскопе. Ухватиться и выбрать какую-либо одну из них ему будет очень сложно, поэтому суматошность и путаница – основные черты этого дня для Стрельца. Только усилием воли Стрелец способен, если очень захочется, сосредоточиться на важном. Без самоконтроля он не достигнет ни одной из поставленных с утра целей, зато может сбиться с ног от усталости. Чтобы этого не произошло, гороскоп советует Стрельцу составить на этот день жесткое расписание и каждый час сверяться с ним, чтобы не отступить. Любовный гороскоп для Стрельца. Если отношения Стрельца с любимым человеком находятся сейчас в стадии кризиса, то велики шансы еще больше его обострить в этот день. Несдержанность и раздражительность Стрельца приведут к крайне негативным результатам, а потому гороскоп предлагает отказаться от попыток серьезно поговорить. Этот день плохо подходит для выяснения отношений. Лучшим способом растопить лед будут объятия страсти. Только в постели Стрелец в этот день будет чувствовать и понимать партнера как себя. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день у Стрельца будет боевой настрой, работа обещает кипеть, идеи бить ключом, а фронт работ ширится. Конечно, увеличение количества задач, требующих непосредственного участия и понимания Стрельца, будет заставлять его переключаться с одного дела на другое, что может привести к ошибкам. Из-за этого бурная на первый взгляд деятельность может не дать желаемых результатов. Гороскоп советует в этот день сосредоточиться на самом важном. А дела, не требующие пристального контроля, Стрелец вполне может перепоручить подчиненным или коллегам. Козерог. В этот день для Козерога велики шансы прослыть ретроградом. Он не готов раскрыть свое сознание для нового. Тем временем, это новое способно раз за разом стучаться к нему в дверь в течение целого дня. Нестандартное решение коллеги или оригинальное предложение второй половинки могут вызвать в этот день у Козерога не просто неприятие, а настоящий протест. Так что в этот день у Козерога не лучший момент для общения с подростками, людьми искусства или представителями субкультуры. Понять их Козерог просто не сможет, поэтому и не стоит с ними общаться. Вообще, это не лучшее время для любых споров. Козерог легко может оказаться неправым. Гороскоп советует ему держать свое мнение при себе, отложив защиту своей точки зрения на следующий день хотя бы. Любовный гороскоп для Козерога. Любовный гороскоп на этот день указывает на наличие рамок, сдерживающих Козерога в его желаниях. Что-то мешает ему достичь полной близости с любимым человеком, и это может сказаться на настроении Козерога самым негативным образом. Поскольку выкинуть из головы дела сердечные в этот день вряд ли удастся, постарайтесь устранить препятствие, стоящее между вами и второй половинкой, ну или хотя бы придумать четкий план по его ликвидации. Только после этого вы сможете вздохнуть спокойно и заняться другими заботами.
Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день на работе Козерогу стоит быть очень осторожным. Вероятны накладки и нестыковки в делах, особенно при переговорах и заключении сделок. Гороскоп предупреждает Козерога. Его могут попытаться втянуть в разбирательство по какому-то вопросу, который не затрагивает его самого. Вмешательство в процесс выяснения чужих отношений в этот день может поставить Козерога в крайне неудобное положение. В такой ситуации лучше сразу решительно отказаться от роли свидетеля или третейского судьи, чтобы потом не стать крайним. Водолей. Удивительно, но в этот день Водолей будет обладать сверхспособностью продать окружающим практически любую свою идею. Что бы ни пришло ему в голову, гороскоп дает Водолею силу зажечь окружающих, увлекая их за собой. Это большая ответственность, поэтому сначала убедитесь, что точно знаете верный путь, и лишь затем организовывайте экскурсию туда, где молочные реки и кисельные берега. Не подталкивайте других в пропасть, они и сами отлично справятся с этой задачей. Кроме лидерских проектов, у Водолея в этот день хорошее время для разговора по душам. Водолей сможет корректно и доходчиво объяснить свою точку зрения кому угодно, хоть начальнику, хоть любимому человеку, хоть аллигатору, не задев при этом чувств собеседника. Любовный гороскоп для Водолея. Влюбленный Водолей в этот день с трудом будет сдерживать свои чувства и может наделать глупостей. Гороскоп предостерегает от решительных шагов, граничащих с истерическим поведением, а также излишней откровенности. Если вы переживаете служебный роман, совершенно лишним будет рассказывать о нем коллегам. Не стоит обсуждать подробности ссоры с любимым человеком, с подругами и друзьями. Чтобы сохранить личное счастье Водолею в этот день, надо проявить английскую сдержанность. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день для Водолея подходящее время для обдумывания возможностей карьерного роста. Даже если занимаемое место на данный момент полностью соответствует всем желаниям и ожиданиям Водолея, это не повод остановиться. Смотрите в будущее. В этот день звезды расположились удачно. Можно обратить на себя внимание начальства и предпринять уверенные шаги вперед и вверх. Разумные предложения по оптимизации и улучшению рабочего процесса будут восприняты позитивно, что для Водолея может стать отличным поводом намекнуть на прибавочку к зарплате или даже на назначение на новую, более высокую должность. Рыбы. Осторожно. Рыбы в этот день способны быть авторитарными и несдержанными. Окружающим может показаться, что они готовы стереть в порошок любого, кто осмелится им возражать. Поскольку категоричность рыб вряд ли вызовет восторг у тех, кто находится с ним рядом, они легко могут нарваться на спор или конфликт. Чтобы день прошел мирно, гороскоп советует рыбам не допускать резких и безапелляционных заявлений. Подумайте прежде, чем упираться рогом, отстаивая свою правоту. Как бы это ни было сложно, в этот день в решении любых вопросов рыбам следует идти мягким путем, путем дипломатии и компромиссов. Любовный гороскоп для рыб. В этот день сердце рыб спорит с их мозгом. Хочется романтики и любви, а надо заниматься работой и делами. Ветер в голове мешает сосредоточиться, а мысли о возлюбленном могут превращаться в навязчивые идеи. Гороскоп уверяет, пока рыбы не решат мучающие их любовные вопросы, уделить достойного внимания другим сферам их жизни они, увы, не смогут. Так что помиритесь, если в ссоре, пригласите на кофе того, кто очень нравится, и возвращайтесь к делам. Иначе в этот день окажется так, что время будет совершенно непродуктивно потрачено. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Отличить важное от второстепенного будет главной задачей рыб на этот день. А сделать это будет ой как непросто, вы уж поверьте. Внимание рыб привлекает то, что первым бросается им в глаза. Увлекшись выполнением того, что можно было перенести на другой день, они могут забыть о своих делах, не терпящих отлагательств. Гороскоп предупреждает: склонность к неорганизованности может навредить рыбам, если у них есть срочные задания. Но если составить список дел и контролировать себя, то вполне получится провести этот день продуктивно. Вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо большое за комментарии, лайки. И я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.